Тропические цветы и попугаи украсили подъезд номер 2 по улице Десантная, 39А. Помимо разрисованных стен, там заменили батареи, почтовые ящики, поручни. Ремонт проводился в течение месяца. Трудилась одна бригада, в которую входили 5 человек. На первом этаже была заменена входная дверь, межтамбурная дверь, то же самое, там батареи, и первый этаж сделана плитка на первом этаже. Выравнивание стен очень сложно было, дом был старый, ремонт, скажем так, здесь не производился. Приходилось все коммуникации, слаботочку убирать в короба, выравнивать стены, договариваться с провайдерами, чтобы они нам тоже помогали. Мы им письма писали, чтобы они убрали свои слаботочки. Вот в таком удручающем состоянии подъезд находился до ремонта. Жители всех 40 квартир очень ждали его преображения. Результатом работ Раменской управляющей компании они более чем довольны. Я очень благодарна Неволину Виктору Валентиновичу и девочкам, которые сделали такую работу, вообще классную. Аж жить охота. Такой у нас подъезд красивый. Косметический ремонт закончен и в подъезде номер 2 по улице Коминтерна, 13. На всех этажах здесь было проведено остекление, которое позволяет сохранить тепло внутри помещения, защищает от внешнего шума и обеспечивает вентиляцию. Также рабочие установили замки на окна от детей. На очереди подъезды еще по 3 адресам. 4 мастера вовсю трудятся на улице Рабочая, дом 1, грунтуют и шпаклюют стены. А по улице Свобода ремонтируют подъезды сразу в 2 домах. 4-й в доме 13 и 1-й в доме 11. Дверь будет меняться полностью. Две двери, входная и мусоропровода. В двери будет сделано остекление, чтобы можно было, свет солнца проникал в тамбурное помещение, и плюс видно было, кто заходит. До 1 сентября планируется отремонтировать еще 21 подъезд. Виктория Самойлова, Егор Кабанов для программы «Городские вести».